В этот вечер зрители стали свидетелями интереснейших историй, которые рассказали девчонки русские. Именно так назывался концерт. Рассказы звучали на языке танца, в котором каждое движение является словом. В этом году заканчивает школу и покидает творческий коллектив выпускница Анастасия Герда. Руководитель «Модерна» Светлана Корнеевская выступила с напутственным словом, а администрация ГЦД вручила благодарственное письмо. На концерте присутствовали и гости из Смоленска, экспертная комиссия, которая в очередной раз подтвердила, что коллектив «Данс-клуб «Модерн» является образцовым.